Что, если мой учитель станет владельцем Роблокса? Спорим, ты не сможешь поставить лайк и написать комментарий за 5 секунд. Фух, наконец-то нормально могу поиграть в Роблокс. Что? Разве она не моя учитель? Ладно. Давайте поиграем в игру. 2 плюс 2. Лол, это легко. Очевидно же будет 5. Да, я знал, что будет 5. Что? На следующий день. Наконец-то. Я смогу поиграть сейчас в Роблокс. Давайте поиграем в башню ада. Я должен это сделать. Ура, наконец-то. Фух, давайте попробуем добраться до конца. Что за? Я разочарован.